Як заробляти на смітті? Навіщо сортувати непотріб? Чи можна обходитись без звалищ? Закон України зобов'язує відділяти використаний пластик від паперу. Та чи виконується він? Спробуємо розібратися саме зараз у «Постскриптумі». У студії Ольга Шиян. Вітаю. Сьогодні говоримо з експертом, начальником управління екології та енергоменеджменту Маріупольської міської ради Ваганом Нацаканяном. Вітаю. Добрий день. На Львівщині вже не використовують пластикові пакети. У Верховній Раді розглядають законопроект про заборону їх безкоштовного надання з 2021 року. Але яка альтернатива і чи каратимуть порушників, якщо рішення ухвалять? Дивіться в сюжеті. З початку 2000-х років для зменшення залежності від поліетилену світ почав експериментувати. У більшості країн обмежили продаж пакетів через магазини. В 27 ввели податок на виробництво. В 30 країнах споживачі, які хочуть використовувати пластик, повинні сплатити за це. Також є можливість заробити на здачі сміття. А от у Кенії за використання пакета штраф від 19 до 28 тисяч доларів або порушнику загрожує до 4 років. Тюрми. У Південно-Африканській республіці за продаж до 10 років. А в Україні з'явився проєкт закону про заборону. Депутати пропонують у наступні 3 роки поступово вилучити з обігу поліетиленові пакети товщиною до 50 мікрон. Вони особливо шкодять довкіллю. Чим вище плотність пакета, тим більше вред вони наносять окружающей среде. Звичайні пакети плотністю до 50 мікрон ми можемо зустріти в звичайному типічному супермаркеті. На касах. Товари з магазину пропонують упаковувати у папір. Лікарі це схвалюють. Зі штучної упаковки продукти можуть поглинати шкідливі речовини. Що в поліетиленовій посуді, пакетах піща не хранилася. Вещества, які можуть переходити в пищу, потім будуть усваюватися організмом, і зачастую вони не виводяться з організму, а сідають в печені і почках. Склад, штрих-код, маркування. Якщо пакувати товари в пластик, то тільки в біорозкладний. Для цього депутати зобов'яжуть продавців мати сертифікат. За порушення – штраф. Покупці готові підтримати ініціативу власним прикладом. Правда, ну нічого. Людмила вже років з 20, як відмовилась від поліетилену. Каже, ринок відвідує лише з сумкою. Удобні. Пакет, то ручка оборвалась, то ще що так. Надлегкі пакети для фасування м'яса, круп, риби під заборону не потраплять, говорять парламентарі. Окрім того, за законопроект ще мають віддати 226 голосів. Пане Вагно, саме ви, чи обходитесь щодня без звичайного кулька? К сожалению, если говорить по правде, то полностью отказаться от полиэтилена в бытовой жизни на сегодняшний день, наверное, для украинцев будет нелегко, но это надо делать. Почему? Почему? Потому что мы видим, если взять пример даже наш город, да, проезжая мимо полигона твердобытовых отходов, мы видим в лапках разукрашенные деревья вот этими полимерными соединениями, пакетами, которые ветром разбрасывают на многие километры. И самое страшное то, что срок их разложения измеряется там, десятилетиями. Да? Это попадает в конечном итоге в водную среду, попадает в акваторию рек и через акваторию рек в море. Страдает флора, страдает фауна. Ничего хорошего в этом нет. И здесь действительно есть смысл задуматься об альтернативе. Альтернатива, она достаточно простая, известна из нашего советского прошлого. Это те же самые, грубо говоря, авоськи, только более модернизированные, из более прочного материала. Лично я, у меня дома несколько есть вариантов с точки зрения нагрузки, там, до 20 килограмм, которые используем в бытовой жизни. Но опять же, зайдите в любой супермаркет и посмотрите стоимость обычного полиэтиленового пакета и стоимость так называемой эко-сумки. Здесь действительно необходимо, помимо морального, психологического, так сказать, восприятия этого факта, еще и какое-то стимулирование должно быть материальное, и хотя бы стоимость должна быть идентична. Але в Україні діє закон про відходи з 1 січня 2018 року, торік, який зобов'язує кожного мешканця і організації сортувати мусор, так? Не відмовлятися зовсім, але сортувати. Не зовсім так. Соответствующие корректировки, которые вступили в силу с 1 января 2018 года,
запрещает захоронение несортированных отходов. И, соответственно, есть несколько практик, либо же осуществлять раздельный сбор на местах, либо же осуществлять сортировку непосредственно на пункте сортировки, будь то полигон ТБО или отдельный пункт сортировки. Так что выполняете это? На сегодняшний день мы изучали практику ряда городов Украины, и, к сожалению, достаточно часто видим картину, когда стоит несколько красивых контейнеров с разными этикетками, где на две фракции, где на три фракции, где на четыре. Когда заглядываешь в контейнер, видишь, что, к сожалению, содержание не соответствует этикетке. Еще больше, приезжает одна машина, и все эти четыре контейнера забирает в эту одну машину. Город Мариуполь избрал другую практику. Мы на сегодняшний день обеспечили ежедневный вывоз твердых бытовых отходов. Мы обеспечили 4000 новых евроконтейнеров 1,1 куба и порядка 20 единиц новой техники с задней загрузкой, которая каждый день вывозит твердые бытовые отходы. Даже есть две машины Ford, которые моют эти контейнера. У нас на сегодняшний день есть понимание, есть схема санитарной очистки города. Мы готовим сейчас программу обращения с твердыми бытовыми отходами на основании изучения морфологического состава. Потому что любые действия должны быть обоснованы. Какие виды сміття є? Абсолютно верно. В течение прошлого года французская компания Бетен осуществляла по заявке городского совета соответствующие изыскательские работы с точки зрения изучения морфологического состава твердых бытовых отходов города Мариуполя. Что мы выкидаем? И достаточно интересная картина. Получается, порядка 50% отходов, которые попадают на полигон твердых бытовых отходов, могут туда не попадать. Часть из этих отходов могут быть обработаны непосредственно на места, в частности, так называемые пищевые отходы. Да? Как европейская практика показывает, в ряде, скажем, локаций, районов делают элементарно компостные ямы для того, чтобы в дальнейшем не перерабатывать и не размещать эти отходы на полигонах. Часть отходов, которые можно отнести в несколько групп, это полимерные соединения, в основном это PET-бутылки, которых на сегодняшний день очень много. Это бумага, целлюлоза, да, это стекло. Стекло, с точки зрения экономического, может быть, она не столь ценная, но дальнейшая ее переработка достаточно усложняет сам процесс. Так, а чи когось вже оштрафували за невиконання закону? Были соответствующие проверки со стороны инспектирующих органов и нескольких должностных лиц, были составлены материалы. Але на містян? Я же сказал, что речь идет о запрете захоронения несортированных отходов. Следовательно, то предприятие, лицензиат, которое осуществляет эту деятельность, должен выполнять ее в рамках существующих норм закона. И, соответственно, должностные лица этого лицензиата предприятия были привлечены к ответственности. То есть, если я что-то залишу после пикника у парку, то я ничем не рискую. Если вы что-то оставите после пикника в парке, если найдется бдительный сосед, который это увидит, и можно элементарно позвонить в 102, патрульная полиция имеет право и составляет административные материалы по 152 статье КУАПа за захоронение мирной территории, регламентируется штрафом до 1700 гривен. И такие периодические материалы попадают к нам на административно-техническую комиссию. Наверное, где-то порядка 20% всех материалов как раз именно по 152 статье захоронения мирной территории. И надо подумать, стоит ли 1700 гривен или элементарно убрать после себя и не оставлять эти горы полимеров, которые разлагаются десятилетиями в природно-заповедной зоне или там элементарно на берегу реки или в парке даже. Потому что, к сожалению, после ряда праздников, когда наши коммунальные службы выходят, убирается до праздников, убирается после праздников, и люди понимают, что они завтра же сюда придут, оставляют эти бутылки, оставляют эти пластиковые полимерные вещества, которые никуда не исчезают, они будут там десятилетиями разлагаться. Дякую.
Середня тривалість життя пакету майки – 20 хвилин від магазину додому, а час розкладання – 200 років. Як і зберегти довкілля, і заробити? Саме зараз розповімо, яку саме вторсировину треба збирати, та що важливо пам'ятати, аби в пункті прийому вам не відмовили. На переробку можна здати пластикові прозорі пляшки, кришки та пляшки від шампуню, пакети, іграшки, одноразовий посуд. Пам'ятайте, що треба вимити та максимально стиснути, аби не вивозити повітря. Заборонено здавати непрозорі пляшки білого, жовтого, чорного кольорів з напоїв і молочних продуктів та відходи з полівінілхлориду, а саме труби, плівку для натяжних стель, лінолеум, вагонку, пляшки для хімічних продуктів. Вони містять хлор. Чисті скляні пляшки, банки та склобій – упевнено здавайте. У вас приймуть усе, крім жаростійкого посуду та ударостійкого скла від смартфонів та планшетів. Збирайте все паперове, крім тетрапаків, чеків, стаканів для попкорну, кока-коли, кави та навіть морозива. Усі ці упаковки – не папір. Металеві деталі, бляшанки, консерви, кришки з консервації візьмуть. А ось з фольгою виникнуть питання. Її не приймають, бо брудна. Пане Вагнев, зустріла у соцмережах питання, як утилізувати деякі речі. Допоможіть, будь ласка, розповісти, наприклад, що робити з лампочками. Галогенові, світлодіодні і так далі. Лампочки, взагалі, відходи можна розділити по класу опасності. Да? Якщо взяти звичайну лампу накалювання, це, як правило, 3-4 група опасних відходів, тобто нейтральний відход. Если мы говорим о так называемых энергосберегающих лампах или люминесцентных лампах, вот они попадают, к сожалению, под первый класс опасности, так как там есть оксид ртути. И, к сожалению, это проблема в Украине, которая на сегодняшний день не имеет решения. Потому что предприятие, которое занималось переработкой ртутных отходов, оно располагалось в городе Горловке, Никитовский ртутный завод. На сегодняшний день это оккупированная территория. И эта проблема актуальна во всей территории Украины. Остальные же лампочки, если говорить светодиодные лампочки, они попадают под так называемые электрические отходы, да, или отходы четвертой категории. И это, в принципе, полимеры, которые могут быть использованы вторично при соответствующем наличии технологий по их расфасовке. Если говорить такие отходы, которые у нас, опять же, бытовые, типичные, это обычные пальчиковые батарейки, да, или мини-пальчиковые батарейки, это тоже отходы, которые требуют особого обращения. Здесь ситуация немножко получше, потому что это второй класс опасности, и соответствующие пункты есть, по сути дела, в каждом крупном торговом объекте, скажем, там большие супермаркеты, в ряде школ у нас на территории города они также есть, где эти отходы собираются и направляются на специализированное предприятие, если не ошибаюсь, в городе Львове. Але якщо повернутися до ртуті, так, з стеклянними, скляними градусниками, що робити? Очень правильный, актуальный вопрос. В прошлом году департамент экологии Донецкой областной державной администрации закупил оборудование для переработки ртутных отходов. Это лампы, градусники и так далее. Мы уже несколько обращений оформили, коллегам направили с той целью, дабы организовать сбор со всей территории области вот этих опасных отходов, для того, чтобы их утилизировать непосредственно в рамках того оборудования, которое было закуплено. И как нам коллеги заверили, что сейчас они на стадии подготовки соответствующих разрешений лицензий, и будет некий переездной такой центр, который будет собирать эти отходы согласно графику по области и направлять их уже на точку переработки. Потому что, к сожалению, повторюсь, единственный завод, предприятие, которое работало, оно сейчас на оккупированной территории, не на территории Украины, оно не работает. Что стосується невикористаних ліків та ліків з просроченим терміном використання? В зависимости от класса опасности этих отходов, как правило, это в 99% случаев отходы, которые могут отнестись к четвертому классу опасности и могут
в составе остальных отходов направляться на правильное захоронение на полигоне ТБО. Есть два понятия – полигон і свалка. Це абсолютно різні поняття. Але мені що робити? Викидати у смітник? Якщо ці відповідні відходи вони не представляють опасність з точки зрення, там нету цинка, свинца, інших веществ, які явно не предусмотрені для того, щоб в общую урну їх направляти, то если мы конкретно говорим за какие-то там обычные наши лекарства, там парацетамол и так далее, если срок годности вышел, да, то это те отходы, которые, в принципе, на сегодняшний день попадают в общие твердые бытовые отходы. Есть государственная национальная стратегия обращения с отходами, которая предполагает отдельное обращение с электрическими отходами, отдельное обращение с медицинскими отходами и так далее. Но кроме стратегии, нету на сегодняшний день плана действий реализации этого проекта и нету понятия, кто отвечает за эти подходы. Есть понятие в общем твердые бытовые отходы. В их состав входят и опасные отходы, в их состав входят и пищевые отходы, и крупногабаритные отходы. Есть понятие просто твердые бытовые отходы. И, соответственно, предприятия, которые занимаются вывозом твердых бытовых отходов, соответствующие отходы направляют на специализированные полигоны, которые должны иметь лицензию на захоронение этих отходов. На сегодняшний день, если говорить по территории города Мариуполя, да в целом по региону, мы видим, что есть проблематика, скажем, с утилизацией опасных отходов и лицензиатов. На сегодняшний день на территории города Мариуполя нету предприятий, у которых есть лицензия на обращение с опасными отходами. И наши медицинские учреждения, там ряд других коммунальных учреждений закупают эту услугу согласно законодательству о публичных закупках у организаций из Одесской области, из Черкасской области, из Киевской области. И, к сожалению, иногда мы видим такую ситуацию, когда, скажем, где-то на въезде в город какие-то недобросовестные дельцы просто-напросто выгрузили эти отходы. Такое уже имело место быть, когда находили отходы и в канализационных коллекторах, когда это там не должно быть, к сожалению. А на сегодняшний день ужесточились требования к таким порушникам, предприятиям, да, и, соответственно, и на въезде в город, и соответствующие службы правопорядка смотрят за этими вопросами, дабы не допустить размещения этих отходов в тех местах, где это не стоит. Буквально недавно был скандал в Запорожской области, когда в посадке нашли люминесцентные лампы, очередную партию. То есть это, опять же, какие-то горе такие предприниматели, которые каким-то образом получили лицензию и занимаются этой деятельностью. Здесь необходима жесткая контроль со стороны государства над этими объектами, но в то же время должны быть предприятия, которые работают по регионам для того, щоб утилізувати ці відходи. Якщо повернутися до більш безпечного мотлоху, наприклад, будівельне сміття або шини, наприклад, що робити з ними? Викидати до сміттєзвалища? Шини – це такі відходи, які відносяться, можна віднести, використовуємо вторично. Наші комунальні підприємства, деякі, мабуть, достатньо велике кількість, из них продают это как вторсырье на самом деле. То же самое касается и переработанного масла и так далее, да, потому что это, по сути дела, является там вторсырьем для определенных технологических процессов. Если мы говорим об, будивальном смете, да, строительных отходах, то здесь ситуация следующая. Опять же, мы должны смотреть класс опасности этих отходов. Если там есть асфальт, битумные соединения, то это уже первый класс опасности. И здесь предприятие, которое занимаются, должно быть соответствующим образом лицензировано. Теж треба сортувати, так? Да, смотреть класс опасности отхода. И на сегодняшний день есть требования нашего предприятия, которое размещает отходы. Это коммунальное предприятие «Полигон твердобытовых отходов». Не брать на размещение без паспорта отходов. То есть приезжает машина, должно быть понимание, паспорт отходов. Что это за отходы, какого Кто они класса опасности? Кто выдает такой паспорт? Специализированная организация, которая имеет на это квалификацию людей. То есть, соответственно, мы должны понимать, что если там асфальт и битум, да, он не может размещаться на полигоне твердых бытовых отходов. Если это четвертый класс опасности, скажем, там, условно говоря, земля, песок, да,
то это может размещаться, и скажу больше, это является даже необходимой частью для эксплуатации полигона, потому что полигон разделен на карты, и, соответственно, идет там технологический процесс с точки зрения уплотнения этих карт. И как раз эти сыпучие материалы, песок, он как раз используется для этих целей. Тобто пакети з будівельним сміттям продовжать залишатися біля будинків. Так я розумію. Почему пакеты останутся? У нас ежедневный вывоз твердых бытовых отходов. Тобто за рахунок тих, хто вивозить, так? Видається паспорт і потім... Ні-ні-ні, якщо ми говоримо за строїтельні відходи, откуда вони з'являються? Вони з'являються з стройплощадки, так? То есть, не завжди. Якісь містяни проводять у себе ремонт вдома. Да, вони беруть цю услугу у комунального підприємства «Комунальник», платять за цю услугу, і, відповідно, комунальне підприємство вже оформляє всі ці документи, вивозить його на полігонне розміщення. Либо, якщо вони цю услугу беруть у третього лиця, не комунального підприємства, воно теж при розміщенні на полігоні має оформлятися відповідний паспорт. К сожалению, є некоторі, опять же, дільці, которые берут эти отходы, строительные отходы, вот после ремонта, да, как вы говорите, и полиция этих дельцов ловит на въезде в город, на окраинах, где-то в посадке, и соответствующие административные протоколы, а если там еще и опасные отходы обнаружатся, то вплоть до уголовной последовательности, там, в зависимости от объемов и класса опасности этих отходов. Дякую. Ще одне питання. Зараз з'явилися біорозкладні пакети. Чи дійсно вони швидко розкладаються, чи варто їх купувати? Знаєте, моє личне мнение, що здесь двояке, знаєте, таке отношение, тому що є одна маркетингова составляюча цього питання, да? Вторая, з точки зрения там, себестоимости і ціни, по которой її предлагают реализовать. Честно, я еще не сталкивался с такого рода пакетами, которые, скажем, мы на глаз можем отличить, они биораскладные или не биораскладные. Поэтому здесь необходимо достаточно взвешенный подход к этому вопросу. Я бы порекомендовал, если вы не проверяете, если вы не знаете, что это на самом деле биораскладный полиэтилен, то лучше, наверное, воздержаться и все-таки взять обычную тряпочную сумку, которая сейчас продается в ряде супермаркетов, и она многоразовая и до 20 килограмм выдерживает. Либо же бумажный пакет, ну там уже килограмм до 5 они, как правило, выдерживают. Дякую. Кілограм макулатури коштує до 3 гривень, пластикових пляшок – майже 6. Мало? Але якщо збирати постійно, то це вже окрема стаття сімейного доходу. Як відходи перетворюють на гривні? Саме зараз поділимося секретами. У Маріуполі декілька пунктів прийому батарейок. Керівництво цього гіпермаркету має договір з компанією щодо утилізації, тому в холі стоїть спеціальна скринька. Покупці приходять, от контейнери самі бросають. Либо, допустим, підходять під діл, теж людям об'ясняємо, де він стоїть, либо проводимо їх до цього контейнеру. Здаємо два рази в рік. І в середньому в рік порядка 300 кілограмів здаємо батареї на утилізацію. У креативному просторі збирати елементи живлення почали нещодавно. Утилізаторам віддадуть, коли буде 10 кілограмів. За 5 місяців ми зібрали порядка кілограма батарейок. Ми активно призиваємо граждан приносити батарейки. Посетителі іноді такі кажуть, о, я знаю, і вплоть до того, що навіть по одній отакої пальчикової батарейки приносять. Я, наприклад, батарейки з пульта телевізора принесла. Спеціальні підприємства, куди відправляють енерговідходи, перетворюють уживані батарейки на нові. Олена сортує сміття 2 роки. Експеримент перетворився на хобі, потім на спосіб життя. Бутилки, пленку, бумагу і метал ми здаємо в Краматорське, а тетрапак і пленку ми відправляємо в другий город, тому що в Краматорське її здати не можна. Органіку ми прикапуємо. Це береже довкілля, заробити на непотребі можна, проте небагато. Гроші тут, звісно, смішні. А некоторые вещи, такі як тетрапаки, допустим, я взагалі за свій счет буду відправляти. Донедавна біля багатоповерхівок стояли контейнери для роздільного збору сміття, проте ними не користувалися. Не приучені к этому. Можуть мусор кинути в той ящик, де роздільний мусор. Ще не треба воспитувати їх зі школьної скамі, щоб вони
знали, куди що. Дітей до сортування відходів привчають у сусідній Дружківці. Там встановили баки для паперу та пластику. Роздільний збір сміття ми розпочали ще з квітня місяця, коли ми вийшли досліджувати ставки наші і побачили, як багато сміття, особливо пластику, знаходиться на узбережжях. Ми пояснили дітям, чим це можливо може закінчитися для навколишнього середовища. І тому було прийнято рішення, діти взяли в цьому активну участь, дуже позитивно відгукнулися, дуже швидко відгукнулися і дуже активно почали здавати. За кілограм макулатури можна отримати до 3 гривень, за пластик – від 4 до 8. Поговоримо про вивезення. Як дізнатися, куди вивозити? На сегодняшний день есть ряд организаций, которые занимаются непосредственно закупками этого вторсырья, в том числе у населения, у организаций, у физических, юридических лиц. Они, в принципе, достаточно известны, и у всех на сегодняшний день есть интернет, или там даже объявления висят. Но если я пенсионер и, возможно, не имею доступа до интернета? В рамках ОСМД, реформу ОСМД, у нас есть уже такая практика, там порядка 50 ОСМД на территории города Мариуполя у себя в рамках ОСМД организовали как раз раздельный сбор, и на этом стало зарабатывать непосредственно ОСМД, то есть громада непосредственно совладельцев этого дома. И эти же деньги, они достаточно открыто, прозрачно потом направлялись на нужды жителей, на какие-то текущие ремонты, на закупку систем освещения и так далее. Если говорить о частном домовладении, да, то здесь двоякий вопрос. То есть мы должны понимать, что объем отходов должен быть необходим для того, чтобы к вам приехали, если у вас нет возможности самим увезти. Как правило, это 50-100 килограмм и более. А если мы говорим за PET-бутылку, которая, в принципе, практически ничего не весит, то мы можем понимать, 50 килограмм – это какой объем этих PET-бутылок и где мы их будем хранить. Но если мы сейчас уже сплачиваем за вывезение сміття, почему не сплачивать за вывезение уже відсортованого, так, сміття? Чому не зробити так? Немножко есть другая практика. У нас на сегодняшний день разработана проектно-сметная документация второй очереди полигона твердобытовых отходов, которая предполагает наличие мусороперерабатывающего комплекса. И тогда этот мусороперерабатывающий комплекс как раз рассчитан на то, чтобы забирать вторичное сыровину из общего объема твердобытовых отходов. По изучению морфологического... Бескоштовно забирать, так? Да, по изучению морфологии, то есть мы понимаем, что это 20-30% то, что можно забрать, и это не попадет на полигон, это пойдет на вторичную переработку. Но это все будет в стоимости тарифа, и частный житель, да, он не будет с этого, по сути дела, зарабатывать или что-то иметь. Если мы говорим о том, что мы хотим, скажем, этот инструмент использовать и с точки зрения экономики, да, то, как правило, это либо ОСМД, либо если это какой-то коммунальный заклад, то есть у нас есть и пилоты в коммунальных закладах, когда собирают, макулатуру собирали еще, наверное, с советских времен, там металлолом собирали, да. То есть аналогичным образом сейчас идет речь о бумаге и о PET-бутылке. Стекло в муниципальных школах, садиках и так далее, мы понимаем, очень это не вариант. То есть PET и бумага – это то, что, в принципе, можно собрать, это то, что, в принципе, каждый день у ребят, даже в ходе реализации этого пилота, дети начали с дома приносить, забирать, то есть эти PET-бутылки приносить, сдавать, там необходимо соответствующий там контейнер, инфраструктуру, но это работает. И при определенных объемах, там от 50 килограмм, уже приезжают, сами забирают, соответственно, эти деньги потом открыто понимают, сколько заработали, куда они пойдут, на какие нужды школ. Дякую. Золото, готелі та паливо. У добу сучасних технологій зі старих речей створюють щось нове. Світовий досвід збереження довкілля з користю у рубриці «Як у них».
кожна людина щороку продукує 200 кілограмів сміття. І чимало країн уже вигадали, як перетворити мотлох на щось корисне. Учені Американського університету Пердью цьогоріч похвалилися новою технологією виготовлення аналога бензину або дизеля з пластикових відходів. І іграшки та звичайні пакети отримують друге життя. У Швеції сміття переробляють на паливо для електростанцій. Власної сировини не вистачає, тому завозять з-за кордону. І ще доплачують за це. У Японії мотлох спалюють потужним потоком плазми. Шкідливі речі до атмосфери не потрапляють, а отриманий шлак у вигляді спресованих брикетів використовується в будівництві. Так з'явився острів Одайба в Токійській затоці і парк розваг Леголенд. З використаних бетонних труб у Мексиці збудували готель. Не п'ятизірковий, але дуже популярний. Понад 100 тисяч кілометрів доріг у Індії зробили з переробленого пластику. Економлять на бітумі. У Швейцарії з попелу, який залишається після спалювання мотлоху, виробляють золото. Але більшість країн світу досі не розуміють, що робити зі сміттям. У Європі будують сміттєспалювальні заводи. Чому у нас немає такого? Хороший вопрос. На самом деле здесь причин несколько. Первая причина – это, наверное, объемы. То есть для того, чтобы нормально функционировал мусоросжигательный завод, это объемы должны быть 250-300 тысяч тонн. А у нас нету таких вот достаточно мало городов. То есть если мы понимаем, что Мариуполь – это 180-200 тысяч тонн ежегодно. Вторая составляющая, наверное, которая самая важная – это тариф. Мы понимаем, что в Европе сжигание этих отходов там, имеет определенную цену. Там, это порядка от 80 до 100 евро за тонну. На сегодняшний день тариф на захоронение на полигоне твердобытовых отходов города Мариуполя составляет 17 гривен. Мы понимаем разницу, да? Третий вопрос – это экономическая модель и технология, которая применяется. Если мы говорим о сжигании, то мы должны понимать, здесь должна быть система фильтрации, очистки, температура сжигания. От этого очень много чего зависит. Сжигание при 800 градусах и при 1500 градусах Цельсия – это совсем разные химические, физические процессы. Соответственно, выделение вредных веществ в атмосферу совсем разное. Но и энергопотребление тоже достаточно разница. Поэтому эти все факторы в совокупности дают ту ситуацию, что на территории Украины только одно предприятие сжигает мусор, это в Киеве, мы знаем. И то, там есть вопросы с точки зрения очистного оборудования, которое там, к сожалению, не установлено. Поэтому на сегодняшний день, наверное, наши люди не готовы платить 100 евро за переработку тонны отходов. Дякую. Сьогодні у нас в студії був начальник управління екології та енергоменеджменту Маріупольської міської ради Ван Мнацаканян. Дякую, що прийшли. Спасибо. Співробітники телеканалу «Донбас» вже відмовилися від використання поліетиленових пакетів. Долучайтесь до нашої ініціативи хештег «Без пакету». Зробимо регіон чистіше разом. Зустрінемось за тиждень. На все добре.